Особое мнение на 101 FM. Все, мы в эфире. Мы в эфире уже. Да, это программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько, а напротив меня Константин Сичихин, член Общественной палаты Кировской области, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. И, кроме того, член Общественной палаты от Кировской области, который входит теперь в Совет федеральный при Росавтодоре. Но об этом чуть попозже. Вот, потому что даже вопрос на сайте есть по этому поводу. Константин, добрый день. Костя, смотри, какая история. Я, естественно, очень всегда читаю твой телеграм-канал. Называется он «Дневник общественника». И все, кто следит за деятельностью Константина Сичихина, может воспользоваться работающим телеграм-каналом. Пожалуйста, смотреть, о чем Константин пишет. Так вот, ты очень активно всегда следишь за работой Победилова. И на прошлой неделе просто одна за другой сыпались новости по поводу саратовских авиалиний. То они возобновляют продажу билетов на внутренние рейсы Российской Федерации, то отменяют, то опять возобновляют. Но последняя новость, которая была в пятницу, кажется, вечером, Росавиация до 27 мая рассмотрит заявку на снятие ограничения сертификата эксплуатанта. И тут несколько вопросов у саратовских авиалиний. Да? Угу. И тут несколько вопросов. Значит, один вопрос, он такой глобальный. Касается просто саратовских авиалиний. Вот это что такое? Это вся реакция на трагедию, которая произошла, да, в Раменском Подмосковье? Вся реакция на крушение авиалайнера и 70 погибших людей? То есть вот взяли, сняли сначала сертификат эксплуатанта, потом, значит, это всюду сыплются комментарии людей, которые там работают в этих авиалиниях, да, и в Саратове вообще живут, и говорят о том, что там давно уже такая ситуация, что безопасности минимальное внимание уделяется по сравнению с тем, как это должно быть, что и с зарплатами это проблемы, и с подготовкой специалистов проблемы. И бац, тут вдруг все хорошо, и возвращают сертификат эксплуатанта, то они перерегистрироваться на Иволгу какую-то хотят. Название уже поменяли. Что это вообще за история такая? О, это долгая история с саратовскими авиалиниями. Даже если так внедряться подробно, это нет, часто... нам не надо рассказывать, что там происходило. Мы в эфире это подробно рассказывали. Да. И все СМИ писали. Я тебя спрашиваю про реакцию, в общем, властей и той самой Росавиации, которая тут выдает, то снимает, реагируя на трагедию, проверяет, находит нарушение, потом бац и выдает. Вынужденная, почему это сделать? Не вы... Или деньги принесли, или люди сказали, нам летать не на чем. Почему это происходит вот так, так вот? Нет, если есть у авиакомпании нарушения, у ней, как я понимаю, постоянно идут опоздания рейсов, идут постоянные нарушения, как пишут и в Росавиации, вот, то понятно, что у нее есть проблемы, да, и это сложилось не первым днем, и не сейчас, и не сегодня. И когда нам в Кировскую область их навязали, это так проще сказать, да, чем даже не предложили, а, можно сказать, навязали взамен успешной авиакомпании, когда успешно работает в других регионах. Навязали кто? Ну, мы сами знаем, кто нам навязал эти. Кто? Нам сразу же сказали из правительства области. Правительство области, чтобы нашли адекватную замену. Да, что нам нашли адекватную замену бывшей авиакомпании «Победа», которая у нас летала, и тоже, наверное, всем она нравилась, да. И мы вот с вами постоянно этот вопрос поднимаем. А пока на сегодняшний день, кроме как этих саратовских авиалиний, которые уже и на Москву не летают, и тут вопрос стоял, а полетят ли кировчане летом на Черное море, он до сих пор и стоит, пусть даже и официально на сайте саратовские авиалинии информацию преподносят, что полетит, но все-таки это основные направления, которые... Что значит, они преподносят официально? Билеты то продают, то закрывают продажи. Ну... Это что такое? По крайней мере, как я понимаю, на сегодняшний день... Вот смотрите, мы с вами сейчас эту проблему разбираем, да, говорим об этой проблеме, но сам аэропорт Победилова, он молчит просто-напросто. Стоп, подожди про Победилова. Вот первый вопрос все-таки был такой. Что за ситуация, и я не понимаю там позицию федеральных властей, которые вот так реагируют на трагедию, которая произошла, вот так производят проверки, заявляют о массовых нарушениях и собираются вернуть сертификат эксплуатанта. Почему? Потому что вот я на сегодняшний день понимаю, их вынудили вернуть эксплуатанта данный сертификат, так как саратовские авиалинии, они пусть даже к нам не относятся, но это козырь или как Саратова просто-напросто. Потому что сейчас в Саратове строят новый аэропорт, это новый порт, можно так сказать, который в будущем хотят сделать международным. Да? То есть чтобы поддержать Саратов, да, и людей, которые работают в этой компании. Поддержать Саратов и людей, которые работают в этой авиакомпании,
для этого и вернули. Но и при этом сами саратовские авиалинии в официальных источниках говорят о том, что они закупают новые борта. У них в мае новый борт пришел, в июле новый борт придет. И на данный момент, мне кажется, они все равно исправляют. Исправляют те ошибки, которые были, которые их довели вот до того состояния, которое на сегодняшний день мы видим. А дальше ты вот начал уже об этом говорить, что окей, там ситуация в Саратове, но есть еще ситуация, и вот мы сейчас продолжим этот разговор, с такими аэропортами, например, как Победилово, из которых просто не на чем летать больше на юг, ни на север, ни в Москву, вообще никуда. Потому что Победа всех не хватает. Так не то, что даже Победы, у нас даже замены нет на сегодняшний день саратовскими авиалиниями. Ну. У нас, вы посмотрите, летает сколько компаний-то? Их летает всего там 3 компании основные, да? У нас летают на Москву одна всего авиакомпания, эта же авиакомпания летает, и можно сказать, на Питер, да? Вот. И у нас на сегодняшний день больше на Москву никто не летает, у нас нечем заменить. Вот. А также вот саратовские авиалинии должны были начать полеты на южные побережья, в Анапу, в Симферополь, в Сочи. Но этот вопрос стал на той неделе ребром, когда у них, им объявили, что у них отзывают сертификат эксплуатанта. В связи с этим практически все билеты, которые были проданы, они уже были проданы. А их уже 4 месяца как продают с того момента, когда должны были полеты начаться. Это очень большой объем билетов был продан. Вот. Об этом, эту информацию... Вот что интересно, в официальных источниках, что в области, что в аэропорту, никто ж не говорил. Я просто, каким образом, для меня, например, стало интересно, я готовился мне опять лететь в командировку, и я искал билеты, как мне удобно вылететь. И куда? Из Кирова? Мне надо из Кирова в Москву, из Москвы в Сочи. Или вот. Напрямую? Нет, напрямую, тоже напрямую искал, но пока у нас нет такого возможности из Кирова в Сочи сейчас вылететь, да. И получается, нам приходится либо пересадками, вот как я вам рассказал, либо через Казань попытаться. Я не скажу, что я в Казани очень все удобно. Я посмотрел, там тоже не очень все удобно для меня было. И самый оптимальный вариант это только на Москву, и с Москвы там хоть куда, одним словом, да. И ты понимаешь, что ты на сегодняшний день в Кирове просто заточен. Вот тебя посадили в клетку, да, и ты просто не можешь выбраться из этой клетки ни влево, ни вправо. И ты находишься в такой обстановке. И при этом почему-то мы, не зарабатывая по московским меркам такие зарплаты, мы должны платить в 2 раза больше. За сколько ты купил билеты из Москвы до Сочи? Ну, вот сейчас для меня самый оптимальный вариант, я выбрал это, я еду поездом до Москвы, да, с поездом с Москвы лечу до Сочи. Там порядка билет обошелся 3 500 рублей. Вот, ну, разные ценовые политики есть. Можно дешевле купить, можно и за 3. Все зависит от времени вылета. С Москвы до Сочи можно вылететь там хоть 10 или 15 рейсов в день. Это сколько угодно. И средняя цена 3000 рублей. Ну, в среднем, не скажу 3, там в среднем где-то около 4 получается, да, но в среднем, да, можно и за 3 купить, можно и за 4 купить, можно и за 5. И это на какие даты, да, ты покупал билеты? Это я 30-го вот числа. Вот сейчас, уже, да, уже сезон начинается. Мне надо ехать, и вот в данной ситуации вот как и ты без проблем есть. Купил билеты, которые стоят 3-3,5 тысячи. Там не то, что без проблем, там проблем-то никаких нету, ты просто из Москвы. Заходишь, ну, конечно, из Москвы, да, из Кирова, чтобы добраться до сегодняшний день, например, до Москвы, я должен в 2 раза больше заплатить. Ну, это правильно? Я считаю, нет. На самолете? На самолете, да. Мы поговорим про самолет. Угу. Да, я должен в 2 раза больше заплатить. Притом, мои стыковочные рейсы, да, либо я должен там, ну, хочешь подороже, поменьше стыковочный рейс, но, опять же, я опять должен переплачивать. Я постоянно должен переплачивать. Такое чувство, что у нас здесь заработки в Кирове намного больше, чем в Москве, либо там в Казани, либо еще где-то. И вот что получается. То есть из Москвы там 10-15 рейсов в день из разных аэропортов. Стоимость средняя билета 3 500. Мы берем, ты мне говорил, что за 2 800 покупал тоже. За 2 800 я купил билет, мне обратно просто надо еще в Крым попасть. Вот, и обратно я полечу из Крыма. Из Крыма, да. За 2 800 до Москвы ты купил билет. Да. Прекрасно. Вот за короткий период времени, на конец мая, купил такие билеты. И получается, что из Москвы, кстати говоря, за 3 500 и даже за 2 500 можно и до Барселоны долететь. Нет, и обратно. Ты куда хочешь из Москвы, в любое время, вот за такие деньги. В итоге, получается, там, если мы вспоминаем Кировскую область,
Мы из нашего Кирова, где у нас, конечно, и свое море, и свои горы, и свежий воздух, и прочее, детей можем отправить только через Москву, например, куда-то там к морю, если мы говорим про самолеты. Или вот если мы вспоминаем прошлые годы, покупать билеты туда же в Сочи, за сколько в одну сторону бывало? До 15, там, 18 тысяч доходил билет. Вот если мы берем саратовские авиалинии, я смотрел прямой рейс на Симферополь, вот когда они должны начать были летать, это было 7 числа, вот на 7 число, там рейс стоил порядка 13 тысяч. Это в одну сторону? В одну сторону, да. Но это до момента, когда они публиковали вот эту информацию. После опубликования информации о том, что у них отзывают, а сейчас вернули обратно, да, резко упал билет. Сейчас можно 1000 за 7 где-то купить. Ну непонятно, будут ли они в итоге. Но, да, опять же, под вопросом, будут, не будут летать эти авиакомпании. И что дальше делать людям? Просто вот сейчас еще вопрос стал, а почему люди должны быть заложники в данной ситуации? Я понять не могу просто-напросто. Вот мы как-то вот это все, вот эту ситуацию отходим стороной. Почему люди должны быть заложниками вот этой ситуации? Давай мы это обсудим после короткого перерыва. Особое мнение. На 101 FM. Программа «Особое мнение» продолжается. Светлана Занькова у микрофона работает сегодня. А свое особое мнение высказывает Константин Сечихин. Он сидит сейчас напротив меня. И мы продолжаем обсуждение истории, на мой взгляд, достаточно важной, потому что летний сезон, вот он уже на носу. А у нас нет билетов на южные направления. И мы вспоминаем, сколько стоили вообще эти южные направления из Кирова. И нужно потратить 20 тысяч рублей, чтобы туда-обратно в Сочи слетать, а то и больше. Мы теперь уже понимаем, что и больше в летний период времени. Да и тех рейсов сейчас нет. Вот все-таки отметь, пожалуйста, вот я из того, что ты говоришь, два сделала таких пункта вывода. С одной стороны, проблема, что все благополучные проекты по авиаперевозкам сконцентрированы в Москве и в качестве обслуживания, и в дешевизне билетов, и в количестве рейсов. И это клево, конечно. То есть ты из региона должен метнуться в Москву, оставить там свои деньги, да, ну, потом, да, а потом из Москвы куда-то вылететь и обратно вернуться и снова в регион. Да. Оставить деньги в Москве, не дав заработать своему аэропорту. Это, понимаете, это мы в такой проблеме находимся. Это мы заложники такой проблемы. Например, если брать моих друзей, которые живут в Чебоксарах, да, у них почему-то такой проблемы нету. Они спокойно могут сесть со своего аэропорта, хоть международные рейсы совершить, да, что в Москву долететь, и все это долететь по тем ценам, когда у нас летала Победа. Почему? Опять же, я не хочу тут делать большую Чебоксары, рекламу. Чебоксары, рост пассажиропотока за прошлый год на 53%. Да, на 50%, да. Хотя Чебоксары, вот все нам, как бы, есть такое мнение, что рядом Казань, и как бы Казань все перебивает. Так давайте не будем забывать, что у Чебоксар Казань-то еще ближе. И почему-то рост на 50%, и люди летают, значит, это либо выгодно, а им это правда выгодно, потому что из Чебоксар до Москвы можно долететь и за 2000 рублей, и за 99 рублей на сегодняшний день, да, как это было раньше у нас. 990. Да, 990. И все это по той причине, что там работают лоукостеры в данном аэропорту. Мы на сегодняшний день получаем то, что есть. Сколько кормят нас уже рассказами о том, что работают и ведутся переговоры с непонятными компаниями? Год. Какой год? С момента, побольше. Как Победа ушла, больше уже года. Полтора уж года, наверное, как Победа ушла. Да, последний мы раз... Мы стареем, вспомнил. Последний раз я успел в феврале слетать на Победе. Это как раз чуть не последний рейс был Победы. И с конца февраля месяца Победы не стало. Но даже тут вопрос-то не то, что в Победе. У нас лоукостеров очень много. У нас не кроме Победы есть еще много авиакомпаний, на которых я уже не раз летал. И в данной ситуации, вот мое мнение, можно. Вот у нас нужно. С лета начнет летать еще один лоукостер из Кирова, но он тоже будет летать... Нет, он не будет летать. Он прилетает сюда, извиняюсь, неправильно выразился. Он прилетает чартерным рейсом сюда, на Киров. Это Северный ветер. Но, да, он прилетает из Симферополя чартерным рейсом. Ну, почему я откуда это знаю? Потому что смотрю на расписание Победилова, смотрю, летит лоукостер. В расписании стоит. Ну, мне интересно стало. Нигде в расписании нигде нету, а в расписании Победилова он стоит, как он прилетел. Я позвонил в аэропорт Победилова, решил уточниться, откуда появился рейс такой интересный с Симферополя напрямую в Киров, да? Это чартер оказался. Это чартер нанятой компании, и он долетел до Кирова, видать, кого-то высадил, работников не работает, и дальше полетел на Москву. Вот почему-то чартер кто-то может себе заказать, а мы...
просто-напросто лоукостером, я еще раз говорю. Это чартер не просто какой-то крупной компании, это тоже лоукостер, компания, которая летает успешно из Москвы. У победила вообще большие проблемы. Постоянно есть новости, что долги по зарплатам, тут пожарная безопасность подкачала, меняют все время руководство Победилова, а ВОЗ не просто ныне там, а катимся, кажется, вниз. Да, по Победилову очень все сложно и очень все плохо. Потому что... Ты крепче выражался до эфира по поводу состояния Победилова. Состояние это в том, что у нас падение минимум на 20% за 2017 год, это потока, да, получается, пассажиропотока. Хотя пусть и говорили там неоднократно. Плюс официальной информации про Победилова нету. Где нету? Ну, нигде практически. Я в Росавиации на сайт заходил, решил посмотреть статистику по Победилову. Там прочерки стоят. Просто-напросто прочерки стоят. В 50 крупных аэропортов он отсутствует на сегодняшний день, да? Это российских аэропортов? Российских, конечно, тоже аэропортов. Нет. Именно российских аэропортов. И говорит о том, что мы идем успешно? Нет, мы не идем успешно. Мы катимся кубарем вниз просто-напросто на сегодняшний день Победилова. И все больше и больше... А самое главное, нет никакой информации нормальной, вменяемой от правительства, что они собираются с ним делать. Мы будем развивать, мы ведем переговоры. С кем, когда, чего, какие задачи поставлены. Да нет информации, я думаю, что ее не будет, этой информации. Потому Почему что это? Нам даже не говорят, что какие-то переговоры-то ведут. Хоть понятие, с кем переговоры идут, так где... Губернатор все время говорит, что ведется работа. Ну, и господин где? Поршнев, министр транспорта, ну, значит, говорит. Значит, скоро увидим. Она ведется уже сколько, значит, сколько времени. Значит, скоро мы с вами увидим какие-то результаты. Но пока мы видим результаты те, о которых ты говоришь. Пока, да. Нет пока никакой информации. Что нет никакой информации. И даже ту информацию про саратовские авиалинии, если вы зайдете сейчас на сайт аэропорта Победилова, даже, вот, даже хоть бы эту информацию разместили, что были проблемы у данной авиакомпании. Где эти проблемы и куда человеку позвонить? Потому что он купил свой билет-то не в Саратове. Он купил его билет в Кирове. И как минимум Победилова должно на сегодняшний день было рассказать человеку, что ему делать дальше, если вдруг так, ему ну не давай мы должны вернут. Закругляться с этой темой. Вердикт, пожалуйста. Вердикт, все плохо. Проще сказать, все плохо. Мы живем в клетке на сегодняшний день, из которой мы просто-напросто не вылететь не можем. РЖД цены поднимают, если кто ездит часто на поезде. Вот. И только остаются варианты, это только верить и ждать. Больше вариантов нет на сегодняшний день, да. Если ты еще веришь? Ну, я еще верю, я буду верить долго. Я буду верить в правительство, что все-таки появятся у нас новые авиакомпании, которые помогут, спасут эту ситуацию и освободят нас из этой клетки, в которой мы находимся, когда мы просто... Это же, понимаете, это же даже бизнесу не дает работать. Просто не дает работать бизнесу на сегодняшний день. А мы говорим про инвестиционную привлекательность. Многие мои знакомые стараются ездить уже на машинах до Москвы. Мы продолжим еще про инвестиционную привлекательность, если, конечно, успеем, потому что нам нужно обсудить еще и вопросы, которые есть на сайте hakerova.ru и которые обращены к тебе или комментируют темы, по которым ты высказывался. Я бы сейчас хотела перейти к так называемой мусорной теме. Так, и, собственно говоря, оттолкнемся от высказывания господина Воробьева, которое есть на нашем сайте. Сейчас я его найду. Так, Андрей Воробьев на нашем сайте, в нашей программе, здесь же в эфире, говорил о том, что рассказал о том, что вот в связи с тем, что Куприт выиграл конкурс на регионального оператора по мусору, теперь все деньги, которые платят потребители, да, то есть мы с вами, все я нашла, читаю. Итак. Во-первых, Андрей Воробьев, эксперт общественной палаты, считает, что на мусоре зарабатывают несколько бизнесменов. Есть такая новость на сайте hakerova.ru. И он там говорит о том, что вот Куприту, который принадлежит на 65% муниципалитету, все-таки на оставшиеся 35% принадлежит частному бизнесу, и этот частный бизнес заработает на нем. Вот такой вывод делают из высказывания господина Воробьева. Собственно говоря, смешники берут и размещают это. Вот тебя волнует этот вопрос конкретно, сколько бизнесменов и сколько заработает на этом контракте? Так, знаете, как бы меня меньше это все волнует, кто что там заработает и каким образом. Меня больше волнует, что я буду платить и сколько я буду платить с 1 января 2019 года. Какой но этот вопрос, тариф? Но этот тариф не устанавливают эти бизнесмены, кем бы они ни были. Они не устанавливают эти бизнесмены, кем они ни были, но капитализация данного предприятия будет зависеть, Куприта именно, да, от того тарифа, который одобрит РСТ, региональная
служба по тарифам к 1 января 2019 года. Да? И от этого тарифа капитализация предприятия будет увеличиваться. И эти бизнесмены, про которые говорит Андрей Воробьев, они просто-напросто будут обогащаться, проще сказать, на данном тарифе. Вот я пока такие выводы делаю. Только по той причине, что у нас не 100% доля этого предприятия, это предприятие, ну, как бы государственное, муниципальное. Вот, а дальше, значит, есть комментарий под этой новостью у нас на сайте. Алексей пишет: дело не в том, сколько и каких бизнесменов зарабатывает, а в том, когда и какую инфраструктуру по мусору мы получим. Считаю, что подстраховка с муниципальным участием в этой схеме бессмысленна, так как денег муниципалитету всегда не хватает, и есть угроза, что вместо инвестиций в сортировку и переработку муниципалитету придется все время залезать в мусорный карман, чтобы затыкать текущие расходы. А вот какой мусорный карман и как это он считает, понимаете? Мы как раз недавно на рабочей группе по тарифам при общественной палате как раз вот обсуждали вот этот тариф по мусору, который будет, на который нам никто конкретно ответить не может, из чего он будет состоять. Все говорят про какую-то инвестиционную программу. А о какой инвестиционной программе говорить? А, кстати, а можно ли говорить об инвестиционной программе, когда фактически госпредприятие, все-таки там, да, государственное участие, больше, да, две трети государственного участия. Если там государственное участие, мы можем говорить об инвестиционной программе? Вспоминая РЖД, нет, мы даже не то, что сами не можем говорить про инвестиционную программу. Мы в данной ситуации совсем должны, ну, а как, про какую инвестиционную программу, о которой мы будем мечтать в будущем? Мы сейчас, нам сейчас говорят, как, вы сейчас заплатите. Вы сейчас заплатите, а мы вам в течение 3-4 лет построим рай. Вот просто-напросто. Вопрос вот в чем заключается. Послушай, вопрос меня просто интересует. В этом аспекте никогда никто у нас из экспертов почему-то не высказывается. А мне интересно, ты тоже бизнесмен, и ты общественник, и ты политический деятель. Вот скажи мне, ты знаешь успешные инвестиционные проекты, которые декларируют осуществляет государство? Платон. Ну и деньги где? Платон, деньги у кого в дорогах. Деньги? Ну, деньги в дорогах в на сегодняшний дорогах? День. В каких дорогах? Федеральных, где ездит автотранспорт. Это один из успешных проектов на сегодняшний день. И я не раз буду... Пусть кто бы что ни говорил, что это плохой проект, не знаю, там... Кто заработал на Платоне конкретно, по фамилиям бизнесменов назовешь? Нет, ну, по фамилиям ты же можешь я могу их назвать? Назвать. По фамилиям я могу назвать. И даже сумма называется, насколько обогащались эти бизнесмены. Это Ростех на сегодняшний день, который имеет часть в данной компании. Да? А Ростех — это государственное предприятие. А деньги вот. Кто получил? И деньги на сегодняшний день у нас по системе Платона. Потом они куда приходят? Они вкладываются в федеральные автодороги. Да, конечно, это а еще куда они вкладываются? Нет, частная компания вкладывает деньги на сегодняшний день. Она же должна Ну, а насколько обратно... она обогащается, ну, эта частная компания? Ну, я же не знаю, я не залазил к ним в карман. Ну, насколько как это? Она есть, обогащается? Есть все эти данные по человеку, ну, который получает эти деньги? На сегодняшний день, да. Ну, я официально, конечно, не изучал, но я понимаю, что на сегодняшний день эта программа, связанная с государственно-частным партнерством, вот, стоит. Вот, тогда объясни, почему та программа ГЧП тебя удовлетворяет, да, платоновская, а здесь почему-то не удовлетворяет участие Куприта в этой работе. Потому что там инвестор вкладывает деньги. А здесь еще ничего не началось. А здесь нам сейчас с вами как говорят... А инвестора даже не спросили. Так вот, ни город не спросили, нет, а нам, ни САФ не спросили, который там упоминается. Погодите, у нас ситуация как идет? У нас есть инвестиционная программа, есть инвестор. На сегодняшний день инвестора нету. Кто инвестор? Вот кто инвестор в нашем мусоре? У нас есть только полигон Осинцы и инвестор, который его построил, да? Но он его построил до принятия данной программы, правильно? Тогда он и поясни мне, пожалуйста. Вот сейчас муниципалитет, день. Получается, а будет нам... исполнять эту программу с небольшим участием частного бизнеса. Все-таки с каким участием частного? Треть. Где он, одна частный треть. Бизнес? Одна где? Вот фамилии, которые были названы Воробьевым. Он, собственно, он не инвестор. Он уже имеет долю данного предприятия. Это уже он не инвестор. Какой он инвестор? Же они? Они ранее купили эту долю, и у них не 25, а 35%. Я и говорю, точно. Что треть. Вот, треть, да. И они не инвесторы. Они не вкладывают на сегодняшний день деньги. Они ранее приобрели долю в этой компании. И сейчас сидят просто с этой долей и ждут, когда одобрят тариф, и когда... Условия работы регионального оператора, ты же знаешь? Конечно. Они должны инвестировать, обеспечить строительство инфраструктуры и прочее. Не они должны, не вот эти инвесторы, которые 35%, да, они не будут ничего вкладывать. Причем тут это? Мы говорим сейчас о Куприте, как об операторе. Мы начали с вами разговаривать о том, что есть люди, которые будут обогащаться. Мы с этой статьи начали, правильно? Которую опубликовал Андрей Воробьев. Вот. И в данной ситуации я с ним с какой-то точки зрения согласен, да, потому что есть
доля людей, которые в свое время купили долю в компании за энную сумму, да, и ничего сейчас вкладывать пока не собирается, и мы от них не слышим, а собираются ли они вкладывать в эту данную компанию? То есть, значит, мы не можем заявлять, что они ничего не собираются вкладывать, нет, раз мы не слышим. Так мы и не слышим. Но при этом мы... Погодите, а при этом нам говорят, что... что будет тариф, в который будет заложена инвестиционная программа. Инвестиционная программа будет рассчитана на 10 лет. В рамках инвестиционной программы построят 15 мусоросортировочных станций, полигоны, спецтехнику и места для складирования вывоза мусора. Проблема в другом заключается, которая... Еще раз, подожди секунду, я тебе хочу спросить. Мы еще продолжим об этом говорить. Все-таки, вот когда мы заявляем, что будут люди обогащаться, и они не будут вкладываться, без того, что ни ты, ни Андрей Воробьев, ни я, никто не спросил у этих людей, которые там называются фамилии, а ваши действия какие? Как вы смотрите на эту программу? Что вы будете инвестировать? Будете ли вы? Считаете ли вы это правильным? Но мы сразу заявляем, что люди обогатятся. Нет, я с удовольствием готов с этими людьми здесь в эфире с вами обсудить этот момент, да? И пусть они нам расскажут, а как они будут вести себя с 1 января 2019 года. Вот два вот те человека, которые Андрей Воробьев указал, приглашайте их в эфир, и мы с вами сядем здесь и обсудим. Пусть они расскажут, как они, может, мы не правы в данной ситуации, да, как общественность. Смотри, но я если вы пригласите этих двух людей, вот, муниципалитет. Я задавал вопрос этому же муниципалитету на этой рабочей группе, да. Илья Вячеславович сказал, я проконтролирую, Илья Вячеславович Шульгин, сити-менеджер, сказал, что он не позволит обогащаться этим людям. Это вкратце так было сказано. А зачем сказано им тогда это объяснить частному бизнесу, участвовать вообще в истории, которая не позволяет им зарабатывать пусть деньги? Пусть продадут долю, отдадут муниципалитету. Вот какое-то противоречие, понимаешь? С одной стороны, мы говорим, давайте ГЧП, давайте, значит, работать и зарабатывать, а с другой стороны, не смейте зарабатывать. Нельзя. Погодите. Объясните мне, как это работает через 2 минуты после короткой рекламы. Особое мнение на 101FM. Не надо защищать. Я не защищаю, я хочу разобраться. Я чувствую защиту. Я хочу разобраться в том, как все устроено, потому что для меня это все равно непонятно. Потому что есть общественники, которые возмущаются, которые говорят, обогащаются. Значит, есть муниципалитет, который говорит, все будет хорошо, никто не обогатится, появится инфраструктура, 15 перерабатывающих заводов, мы сейчас о мусорной реформе говорим. Значит, все у нас будет классно. Как это будет, ничего не понятно. Бизнесменов вообще никто не спросил. Но все мимо них обсуждают, как это может быть, где это может быть, и делают какие-то вот такие заявления. Мы каких бизнесменов-то должны были спросить-то? Ну вот тех, которые обвиняете в том, что они обогатятся за счет этой мусорной схемы. Кого мы обвинили-то? Ну, кто? Кого Андрей Воробьев обвинил в данной ситуации? Когда Андрей Воробьев говорит, обогатятся два человека за счет этого... Но он предположил. Ну что значит предположил? Ну он же посмотрел... Его предположение потом, значит, распиаривают все СМИ. И при этом ни ты, ни Андрей Воробьев, ни город, ни сами бизнесмены, никто не рассказывает, как будет работать или как должно работать, какие есть изъяны, какие нет, и я прочее. Еще раз говорю, что на сегодняшний день я могу сказать, как это будет на сегодняшний момент, да, будет тариф, в рамках тарифа будут строить то, что должно быть. Но погодите, тариф – это не инвестиции частного бизнеса, тариф – это инвестиции горожан на сегодняшний день, горожан или жителей Кировской области, да, и так извините. Если вот частный эти... бизнес, когда инвестирует, он ожидает что? Частный бизнес что ожидает. Получать прибыль? Что? Ну. Правильно. Нет, погодите. Вот мы опять с вами, вы начинаете из влево вправо, из справа влево. Есть ГЧП, государственное партнерство, это отдельный вид. А это что у нас Куприт? А есть Куприт, предприятие. А это не ГЧП? Там нет, и государственное, и частное партнерство. Где там государственное, частное партнерство? Как-то, если там 65% муниципалитету принадлежит, это не государственное партнерство? Это муниципалитет. Но это не государственное? Нет. У нас тариф, это государственное, частное партнерство? Нет, в которую заложит инвестиционную программу. Про Куприт нет, мы разговариваем про Куприт как регионального оператора, да, у которого есть две доли. 30%... Нет, ты мне скажи, Куприт это ГЧП? Нет. А что это? Это предприятие. Где есть государственное и частное участие? У нас на сегодняшний день есть частное участие. Но это не говорит о том, что у них подписано между муниципалитетом и частным участием какое-то соглашение о инвестиционной программе, которая в дальнейшем и не будет. Об этом есть речь? Нет. Мы о чем с вами сейчас разговариваем? О том, что у нас есть просто собственники части доли, которую купили еще в свое время, когда Куприт не был региональным оператором, эту долю, просто выкупили у другого частного лица, который эту долю продавал на рынке. Правильно? Правильно. Но они не инвесторы, они просто
собственники на данный момент части бизнеса. Если эти собственники на сегодняшний день подпишут соглашение с муниципалитетом о инвестициях в данную компанию в рамках государства-частного партнерства, да, вот это мы можем на сегодняшний день судить, что это инвестиции, это ГЧП. Сейчас мы об этом не можем разговаривать. Предлагаете мы сейчас что? С вами разговариваем о чем? О том, что есть тариф. Будет тариф, будет, не есть. Будет тариф, который будет защищать Куприт до конца, ну, грубо там... Что значит защищать? Ну, сейчас же пойдет, они же до 1 июля должны подать документы на тариф, потом они этот тариф должны обосновать, РСТ, да, и после РСТ должна принять этот тариф, да. И в рамках этого тарифа, как говорят же, опять же, да, что должна быть что? Инвестиционная программа заложена, в которой должно быть построено 15 мусоросортировочных станций, полигоны, закуплена спецтехника. Это ситуация какая? Это ГЧП? Нет, это тариф. Это просто в тарифе закладывается инвестиционная программа. Ни о каком инвесторе пока речи нету, что придет инвестор со стороны и вложит деньги в этот бизнес. То есть не Куприт будет строить это? Он только деньги собирает? Он будет деньги собирать и на эти деньги строить. А строить? Ну, так вот. Так он собирает деньги-то с кого? У инвестора? Нет. А при чем тут инвестор? Есть федеральная программа, которая предполагает эту схему, что люди платят... Программа? Как это какая? Но это мусорная закон, федеральный вот. Закон. Ну. Это не федеральная Но программа. По федеральному закону мы платим деньги, вот такие деньги мы платим. Платим за что? За то, что у нас такая инфраструктура на сегодняшний день. Так я так понимаю, что программу-то как раз и включает для того, этот закон для того и приняли, программу для того и включает, чтобы мы платили бы деньги, и эти деньги вкладывались бы в инфраструктуру. Разве не в этом смысл федерального закона? На чей баланс будет ставиться эта инфраструктура? Это уже другой, третий вопрос пошел. Баланс на чей? Куприта? Это вообще первый только вопрос, да, получается. Ну, потому что все остальное... На чей баланс? Вот этот вопрос я задавал на рабочей группе. На чей баланс будет ставиться данная инфраструктура? Эти мусоросортировочные станции, эти полигоны, там, техника. Мне сказали, все вероятнее, на Куприт. Извините, тем самым капитализация Куприта, вот из чего это все вытекает-то? И капитализация Куприта начнет увеличиваться, то есть, правильно? И еще раз напоминаю, что в Куприте 2/3 это муниципальная собственность, 1/3 это частная. Да, и по сути получается, за счет тарифа будет увеличиться капитализация вот 1/3. Вот мы про и что 2/3 тоже. И 2/3 тоже. Но 1/3-то, если 2/3 это муниципалитет, который может впоследствии продать эту долю в зависимости от капитализации, да, то частный инвестор, частное лицо, да, оно тоже может продать 1/3. В зависимости от капитализации, не вложив в эту ситуацию ни копейки просто-напросто. И капитализация увеличилась за счет тарифа, за счет жителей Кировской области. Мы чего хотим-то? Мы чего хотим? Да. Мы чего хотим? Первое, чтобы только государственные предприятия, собирающие с этого тарифа, только государственные предприятия строили переработку, и только госпредприятия строили инфраструктуру. Первое, что мы хотим? Мы хотим понять. Да, кто будет управлять этими госпредприятиями, если вы хотите госпредприятия мусорной реформы? Давайте по-другому маленько вопрос поставим. Чего мы хотим? Чего хотят общественники на сегодняшний день? Чего я хочу как житель Кирова, как житель Кировской области? Я хочу понять, за что я буду платить и кому я буду платить. Это раз. И сколько я буду платить прежде всего. И я не хочу платить за ту инфраструктуру, которая будет лет через 5, через 6, через 7. Да? Я хочу платить за ту инфраструктуру, которая есть сейчас и на сегодняшний день. И если найдется частный инвестор, который захочет построить 15 мусоросортировочных станций... Но он не найдется, его нет. Ну, а вдруг найдется? Нам тот же Шульгин говорил, что нет. Может быть, вот и не нашлось до сих пор, а сейчас вдруг найдется. Нет. А тогда с какой радостью? Мы с вами разговариваем? О каких инвесторах, о каком ГЧП, если вы сами сейчас противоречите себе? Я не противоречу себе. Вы говорите, я буду платить только тогда, когда в Киров придет, значит, богатенький Буратино, построит мне сразу 15 мусороперерабатывающих заводов, вот тогда я ему заплачу. Да хоть бы один построил. Вот только ты же это сейчас говоришь. Ну, я говорю, что я должен платить за обоснованный тариф. Ну. Я говорю, что я должен... Так это не к Шульгину ведь вопрос. А я не говорю... Федералам? Нет, мы же с вами сейчас... Ты как человек, который тут живет, ты говоришь, нет, мы дорогие товарищи. Мы не Ильевич сейчас нет, дорогие товарищи, вопрос. Я вам не буду платить сейчас по новому тарифу, потому что я не вижу, что вы мне построили завод. Вот постройте, тогда заплачу. А государство тебе говорит, мы поднимаем тариф для того, чтобы строить. Тогда вопрос, на чей баланс это все будет вставать? Вот то, что вы построили. А какая разница, на чей баланс? Если она будет работать, эта инфраструктура. Ну, платите. Ты много видел государственных предприятий, которые эффективно работают?
Нет. Ну так чего тогда? А это, думаете, эффективно будет работать? Если даже мы с вами начнем платить по 150, по 100 рублей. Нет, я не поняла. Если государственные предприятия неэффективно работают, а частным мы не дадим зарабатывать, кто будет работать, скажи? Ну вот мы опять с вами говорим, там, частное-частное. Эффективное предприятие, которое работает, Платон. Да, где? Значит, владельца Платона, господин Аркадий Игорь Ротенберг, сын известного миллиардера Аркадия Ротенберга, он обогащается. И еще один товарищ, Андрей Шипелов, он обогащается. Ну и Ростех. Ну так и что? Ростех — это государственное предприятие. Шипелов-то с Ротенбергом надо это самое распять за то, что они тоже обогащаются. Почему на этой они истории обогащаются? Ну-ка, они получают они деньги. Они инвестировали деньги в эту систему и до сих пор инвестируют эти деньги. Я не говорю, что они на сегодняшний день обогащаются, потому что инвест-программа по системе Платон, она еще не закончилась. И она инвестируется сейчас не за счет средств федерального бюджета, а за счет частных инвестиций в рамках соглашения, которое прописано. Так они сначала получили деньги-то с чего? Да почему они сначала? Они сначала вложили, а потом стали получать, когда подписали соглашение с правительством Российской Федерации. Ну давай, если мы сейчас с тобой вообще копнем, с чего Ротенберг построил свой... Нет, мы сейчас с вами можем копнуть еще дальше. Тогда мы никогда не узнаем, что ты будешь делать в общественном совете Росавтодора. А у нас на это остается буквально там одна минута. И, кстати говоря, вопрос на сайте... На троих там мы позовем. Обязательно. Вот это точно мы договорились, что мы сюда пригласим город, мы пригласим господина Шихова, о котором уже упоминалось, и тебя, чтобы наконец-то все разъяснили. Первое. Я с удовольствием. Как наиболее эффективно должна быть устроена схема, чтобы мы платили и понимали, что эти деньги действительно прямо сейчас идут на развитие инфраструктуры. Я бы еще позвал регионального оператора. Именно кого конкретно? Ну, директор регионального оператора. Куприта? Куприта. Как человек, который, ну, как руководящее лицо. А кто там конкретно, если Куприт возглавляет, ну, хорошо, кто там конкретно вот этим всем заведует? Сейчас, на сегодняшний день, Ирина Владимировна. Окей. Мы позовем всех, кого нам назовут, что они должны участвовать. Здесь соберемся и разберемся. Что сделать такого, чтобы мы с тобой, когда платили эти деньги по квитанции, не испытывали бы жуткие терзания, поскольку они понимали бы, куда эти деньги, собственно, идут, и как они инвестируются. Только в этом вопрос. Никто же не отказывается платить. Все же платят за капремонт, правильно? Да, и мы ждут знаем. В 2043 году, когда точно построят что-либо. Итак, вы вошли в Совет Росавтодор, говорит гость. Какой смысл? Понятно, если это продвижение по карьерной лестнице, но реально влияние ни на качество дорог, ни на объем строительства никто оказать не может, пока система в стране настроена на растаскивание и фальсификацию данных. Так что же это? Карьерный рост? Ну, вопрос карьерный рост. В одну минуту нужно уложить ответ нашему. Нет, конечно, никакой это не карьерный рост, только по той причине, что я не работаю на систему Росавтодора, я никакого отношения к ней не имею, совсем госслужбе никакого отношения не имею, о какой-то карьерной росте может быть идти речь. Просто на сегодняшний день охота доносить ту информацию, которая происходит в области, не до местного СМИ, а именно до оператора, который распределяет федеральные деньги. Это Росавтодор, да, и показывать ту общественную нагрузку, либо общественную активность, которая у нас проходит в области, да, потому что о ней мы только слышим у нас здесь. Ее на федеральном уровне практически не слышно. Ты говоришь про рабочую группу по контролю. Да, по контролю, да, которая при общественной палате, да, и о том, что мы делаем уже с 2016 года. И вот эту информацию, наработанную нами информацию, потому что мы, по моему счету, впереди планеты всей, особенно в России на сегодняшний день, по поводу общественного контроля в сфере дорожного строительства, то, что мы делаем, и то, что мы сделали уже, и то, что мы наработали, и все голосования. Когда мы в 2016 году проводили голосование по дорогам, об этом только-только еще в 2017 стали говорить, что надо проводить голосование. А в Кирове, да, уже вы а сделали. А в Кирове уже это делали, да? Что ты думаешь, просто времени нет, что ты думаешь, вот существенно ты можешь поменять своей работой в общественном совете при Росавтодоре? Ну, во-первых, я более точно буду понимать всю ситуацию, которая происходит, какое хоть финансирование выделяется, и куда это выделяется финансирование, сколько выделяется местным, ну, по регионам, хоть понимать это все. Из понимаете? Первых рук. Из первых рук, да. Это когда первую, ну, информацию сразу же получаешь. Плюс мы постараемся донести информацию до Росавтодора, та, которая есть. Те положительный опыт, который у нас есть, потому что о нас не слышно. То есть не через правительство, не через общественную палату, а напрямую от общественников, да, которые потому что о нас контроль не слышно, как мы. Мы выполняем БКД не хуже некоторых регионов, да, но почему-то про них говорят на федеральном уровне, а про нас молчат. Потому что, ну, на различных небольших совещаниях, селекторах,
в Кировской области практически всегда молчат. А хотя... ты думаешь, больше будет тогда считаться с группой по контролю за ремонт дорог в Кировской области? Так если уже ты... как бы чувствуется. Уже да, да, уже и федеральные ФГУ при КАМе более плотно с нами стали взаимодействовать, хотя раньше мы не могли на них никаким образом влиять, только по той причине, что это федералы. А рабочая группа, она нацелена была на муниципалитет города Кирова, на, можно сказать, на агломерацию. Когда будет первое заседание? Пока по заседанию тишина, но вот, 30, вот как раз в Сочи собираюсь 30 мая на форум, там собираются члены общественного совета. От Росавтодора. От Росавтодора. Все, договорились. После 30 мая, как только прилетишь с форума, мы сделаем дневной разворот, ага, и расскажем о том, как в России вообще обстоят дела. Хорошо. С этими вещами. Хорошо, спасибо. Благодарим за особое мнение Константина Сечихина. Программа завершена. Я Светлана Занько. Всем до свидания. Особое мнение на 101 FM.